дорогие друзья, слово для открытия праздника предоставляется заместителю главы администрации Герасимову Игорю Васильевичу. В нашем городе проводят праздник юные друзья Парам. Из-за праздники это почетное противление пользоваться хорошими какими-то. Слово для приветствия участников и гостей нашего праздника представляется заместителю начальника управления государственной пожарной службы Московской области Карпову Евгению Алексеевичу. Я рад и благодарен, что сегодня эта московская земля приняла вас продемонстрировать свои возможности в рамках детского творчества Московии. Я рад, что я сегодня вижу своих коллег, юных пожарных, которые, надеюсь, продолжат то, что сегодня делают пожарные профессионалы. И днем, и ночью, в любую погоду, они выполняют свой профессиональный долг. Я скажу, к сожалению, работаю в ЖИИ. Сейчас мы с вами здесь на площади, в нашем пожарном подразделении столичного гарнизона пожарно-охранного спорта области работаем, к сожалению, и на пожарах, и ведут свою постоянную боевую работу. Я от души вас сегодня поздравляю, желаю участникам, всем я пожелаю, чтобы все взяли первые места, на ком не бываю, кто займет лучший ресурс, будет комиссия определена. Все получите хорошие награды. Праздник у вас, дорогие друзья! Подъемника. Вы видите, он работает маневренно. Если говоря уже о том, что по отношению один к одному.
а также много-много масла. Кто устанет, кто проголодается. Поезд Юрику, отвечайте на вопрос. Если вопрос правильный, вы получаете жетончик. Если, естественно, неправильный, то не получаете. Участник напрашен. Один из победителей, Семен Савасьянов. Сложно тебе было отвечать на вопросы? Не очень. А что тебе сложнее всего было? Сложнее всего было повторить углекислотные, ну, как огнетушители. Хорошо, кем ты хочешь стать? Тоже еще в огне. Что вы можете пожелать пожарным в их профессиональный праздник? Всего хорошего, не было, меньше огня было и больше жизни осталось. Что вы можете пожелать пожарным? Здоровья, счастья и как можно меньше пожаров. Вот это самое милое дело. Спасибо. Как можно меньше. Ну что же можно пожелать своим бывшим коллегам в их профессиональный праздник? Успехов в труде, чтобы сухих рукавов и здоровья. И внимание от правительства, финансового в первую очередь. Зелье, о которой вы считаете, возможно. Внимание! Внимание, майор Блинов! Вот он набор. У вас тоже второе место. Спасибо. Чисто профессионально. На пожаре погиб. Вот она, замученные неволи. Я скажу, что один из наилучших праздников и популяризация была пожарной охраны города Подольска и Подольского района, ну, это выше всех похвал. В свое время один очень уважаемый человек сказал, за такую работу я бы поставил высший балл. Ну, а я менее уважаемый человек. Я всего-навсего начальник пожарной охраны маленького сиротского Одинцовского района. Значит, и говорю, что мой друг, мой коллега Севастьянов Борис сегодня сделал чудесный праздник не только для коллектива Подольского района, но во главе с Борисом, конечно. Чудесный праздник. Хочу поддержать вот Сергея, да, его. Да, не буду столько много говорить, я все поддерживаю. От всей души, вот Чеховский район благодарит вот нашего Бориса. За то, что он сделал действительно такой праздник, мы все довольны. И на его примере будем стремиться к этому. Сегодня в этом городе, прекрасном городе Подольске, мы еще раз продемонстрировали возможности нашей государственной пожарной службы Московской области, города Подольска. Те технические средства борьбы с огнем. Мы сегодня увидели прекрасных, мужественных людей пожарных, которые готовы в любую минуту вступить в борьбу с огнем, оказать помощь в беде жителям Подмосковья. Можно надеяться? Ну как, сколько? Один тоже. Сегодня мы присутствуем на центральной площади города Подольска. Я являюсь начальником отряда государственной пожарной службы. Проводим вот эту встречу, праздник, в честь создания Дня пожарной охраны России. Подольск – один из самых серьезных и очень больших регионов Московской области. Ну, соответственно, пожарная охрана соответствует пропорциональным отношениям. Для чего проведен этот праздник? В связи с тем, что сегодня очень много происходит трагедий от пожаров. Мы
делаем, это агитационный материал, потому что люди должны знать, как мы содержимся, за счет чего, какая техника у нас есть. Недаром сегодня приглашены были оконно-бочечных ходов сюда, вот на площадь показали, и самая новейшая техника, которая есть на сегодня на вооружении пожарной охраны. Yeah.